Торжественно, радостно, неутомимо, красивые, сильные люди земли, неугасающим символом дружбы и мира, огонь олимпийской сквозь время несли. И вот он рядом. Он здесь. Он близко. Вот он. Здравствуй, огонь олимпийский. Взлетели 5000 почтовых голубей, чтобы разнести весть об открытии Олимпиады. Ритуал восходит к тем временам, когда с началом праздника в Древней Олимпии глашатые возвещали греческим городам мир. Хорошая традиция. Говоря словами товарища Брежнева, право на жизнь, на мир – первейшее право человека.